Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Оно посвящено трем вот таким вот ножам с клинками Ильи Мишина. Рукоять, кстати, вы уже видели в видео, посвященном рукоятям на свободную продажу. Это называется коричнево-черные. Коричневая — это тонировка рога оленя или лося. Черный — рог буйвола или тура. Первый нож собрал вот с этим клинком. Такой ламинатик. Кстати, он чуть-чуть не как я делаю обычно. Обычно я делаю от обуха вот так вот, чтобы прямо было. Здесь просто-напросто так не садится. Не знаю почему, из-за самого рога или что-то. Но вот он просто садится именно вот по центру, вот так вот. Как бы я ни пытался переделать сам нож, не получается. Пытался, думал, с хвостовика здесь уберу. Нет, он не убирается. Садится именно вот так и... По-другому никак он сам не хочет. Так, кстати, бывает. Не знаю почему, но вот сам нож выбрал такую посадку. Не смейтесь, так бывает. Действительно бывает. И очень высоко поднимать не хочу, потому что очень тонкие стенки рога бывает выламывает при нагрузке. Может, это у меня подсознание так работает, и я не хочу, чтобы он так садился. Вот так сел, так и оставил. Вот такой вот ножик, больше похож, честно говоря, на финку, если его так обработать. Или на какой-то якутский нож, если сделать дул. Ну, очень простая форма, природная. Особо даже можно было здесь не стачивать. Рог был такой вот, ровный. Ну, в смысле, не так ровный, а ровный вот так. Так, второй, более такой экзотической формы. Для меня, по крайней мере, потому что я не делаю с такими широкими тыльниками. Такие рога реже попадаются и быстро уходят в резьбу. Это остался, потому что он небольшой формы. Под небольшой клинок, кстати говоря. Очень красивый внешний. С медью. Очень красивый рисунок. И примерно что-то такое. Вот по такие же выкрутасы и на рукояти получилось. Совпадение хорошее, кстати говоря. То же самое здесь. Так, ну вот он тут. Садится вообще как влитой. Очень удобный, кстати, нож. Это менее удобный нож, потому что у меня рука маленькая, а это под большую руку. И небольшой совсем ножичек. С еще более красивым рисунком, считаю. Такой пирамидки такие получились. Такой вот малыш. Кстати, глаз отполировался. Тогда было тонированное. Не так блестел, сейчас вообще сильно выделяется. Прям как будто он смотрит оттуда. Интересно, эффект. Здесь, кстати, тоже как будто глазки такие. Много-много глазка. Глазюк. Глазков. Глазенков. Много ок. В общем, короче говоря, вот такие три ножа. Сейчас пойдем выключим эту кастрюлю, которая кипит и мешает снимать. И на природу. Всем удачи, всем здоровья, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.